Да, он сегодня такой пушистый-пушистый. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как Татьяна Владимировна говорит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, красотища-то какая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Красота неземная. Неземная красота. Неземная. Девочки, мальчики. Красота прям неземная. Ой. Сейчас у нас картофля будет нормалёк. Я сегодня матом гнул. И нагнул. Вот. Ну вот сейчас готово будет, девочки, мальчики. Вкусняшка. У меня тут еще целый этот, знаете, у меня еще тут тесто. Тесто вот это вот есть. Мне это вот тесто для пиццы дрожжевое, вот оно. Это я покупал. Знаете, сколько стоит? Где-то 23 рубля. И вот это просто для пирожков. Да. Там чувак поехал. Вот у нас вот так доставку. То есть, ну, там есть такие у нас самокат вот это вот и все. Ну, яблоки у меня тут мороженое есть. Творог, кстати, не из деревни. Ну, так-то он обезжирен, девочки, мальчики, творог. Это я вчера купил за... Сколько я купил? 68 рублей. Ну, а это вот тоже замороженные вот эти. Это потом на тортик. А тут мясо, тут колбаса. Колбаса с плесенью называется. Да. А это вот у меня тут этот окорок такой, свинячий. И свини. Тут у меня полный завод для этой. Для жрачки, друзья мои. Готовится наша это. Сейчас картошечка у нас будет готовенькая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая вкусняшка. Нюнь-нюнь-нюнь-нюнь-нюнь-нюнь-нюнь-нюнь-нюнь. Вкусняшка-вкусняшка. Ой-ой-ой. Да, ребятки, да-да-да. Так что, милые. Сейчас готово будет. Сейчас мы будем кушать. Сейчас нас покормят. Вон она. У нас такая природа такая. Да, ребятки, акробатки. Вон бабулька, вон она, вон она. Вон она, вон она, вон она. Баба-бабулька. Вот так у нас ездить. Да. Угу. Я вот старые видео, когда пересматриваю, трансляции старые, они так вот завлекают, да. Старые трансляции, ребят, вы можете смотреть. Я открываю их, которые им, ну, там года 3 тому назад я снимал. Года 4 снимал. Ой. Это вообще, друзья мои. Старый архив, друзья мои, это очень подобающе, можно посмеяться, поржать. Где-то я там что-то сказал, где-то я смутюкался. Вы уже, ребят, когда я делаю свои трансляции дома, имею в виду дома, на кухне, а дома делаю такие трансляции, только дома, понимаете? Где матерюсь, а где так вот выражаюсь? Это же я же шучу так, да? Это же не про... Не пусть говорят, прости господи, не прямой эфир с Малаховым. Да, и не передача «Давай поженимся» с проституткой. Правильно? С Гузеевой.
А?